Игра как играем в игре. Вау, как же весело. Я должен на него репикать. Пусть возьмет золотую помпу, я покажу, как я играю. Это новый сезон, прошло неделю, я вообще не гранжу арену. Нахуя мне играть нет ХГ, если я не попадаю с этого оружия? Мы можем взять золотую помпу, я покажу ему, как я играл в прошлом сезоне. Если он думает, что я всегда сижу на ХГ. Мы можем сыграть золотой помпой, я покажу ему, что я вообще играю по-другому. Это два разных плейстайла. Играть с этим помпой и играть с другой. Типа, понимаете, чат? На этой помпе у меня урон не стреляет. Я не могу быть уверен в том, что я попаду. Зачем мне спускаться вниз и трейдить дамаг, если я могу отыграть от того, что чел будет ретекать? Если он не ретекнет у меня в игре, я просто прыгну с ппшку бокса. Все. Зачем мне спускаться? Объясните. Особенно, когда у меня лоу хп и он берет такие вот углы. Это ж бред. Понимаете, в чем рофл?